Привет, друзья! Ставим палатку Ланью 1637, трехместная с тамбуром. Так, вот сейчас у нас ветер, мы комнату поставили. Надо закрепить колышками, чтобы не удуло. Вот. Закрепляем колышками. Потом дальше будем ставить тамбур. Ну, то есть верхний слой, который уже водостойкий. Этот слой дышащий. Видите, у них москитная сетка везде. Вот натянули тент, то есть со всех сторон. То есть вот эту дугу протянули сюда, в этот кармашек. И на растяжки, на колышки. Вот так со всех сторон все натянули. Открыли окна, окна, двери. Значит, вот здесь вот такой вот небольшой тамбур, буквально сантиметров 60, наверное. Вот так вот выглядит он. Вот, смотрите, швы проклеены у палатки. Вот такая москитка. Сейчас откроем. Два органайзера. Значит, здесь петелька есть для подвешивания фонаря. Вот они, окна. Там просто для проветривания окна. Две москитки. Вот. И здесь есть дверь. Тоже ее можно застегнуть. Ну, то есть сначала надо застегнуть дверь, а потом уже вместе с москиткой застегнуть. Двусторонние замочки. Можно изнутри, снаружи это все дело застегнуть.